В Устьянском Улусе прошел отчет исполнительных органов. В депутатском встреча прошла в форме диалога. Жители поселка смогли задать наболевшие вопросы о качестве сотовой связи и интернета, о здравоохранении и сельском хозяйстве. Тему продолжит Туяра Семенова. Правительственная группа под руководством Юрия Зайцева, председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики, перед жителями Устьянского Улуса отчет исполнительных органов власти начали с наслега Уянди. Учителя Уяндинской школы выразили благодарность за ремонт квартиры. Этот вопрос ставился на отчеты исполнительных органов третий год. Мы хотим выразить благодарность. В общежитии произведен ремонт большой, можно сказать. Полностью изменена электрика, система отопления. Отчеты исполнительных органов состоялись также на слегах Сайлык, Тумат, Юкагер. В поселке Депутатский отчет проходил в формате диалога. Основные вопросы у жителей поселка были о качестве услуг работ сотовых связей и качества интернета, здравоохранения, а также сельского хозяйства. После отчета состоялось рабочее совещание по вопросам организации перевозок топливно-энергетических ресурсов янских улусов с участием главы Верхоянского улуса, также руководителя ЖКХ и энергетиков. На сегодняшний день у нас основные направления – это Верхоянский район, Батагай, Усть-Куйга, депутатские дороги открыты. Сегодня уже все вопросы по согласованию эксплуатации этих дорог фактически завершены. Начинаются уже перевозки по внутриулусным дорогам. Значит, также вчера мы проехали по вопросам отчета правительства, посмотрели, дорога фактически уже эксплуатируется. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский.